Сейчас мы с вами совершим путешествие в город. Познакомимся с нашим регулировщиком движения. Мы по-настоящему пойдем по городу. В гостях у воспитанников из подготовительной группы детского сада номер 1 «Журавушка» побывали сотрудники ГИБДД Ленинского района Московской области. Они рассказали детям, как важно правильно вести себя на дороге, и провели своеобразный открытый урок. Ребята вместе с полицейскими пошли гулять в город, соблюдая, естественно, все правила дорожного движения. Теперь давайте мы с вами попробуем в роли себя пешеходов. Научить детей безопасному поведению на дорогах – важная и обязательная задача для всех. Для родителей, сотрудников полиции и, конечно, воспитателей детского сада. В первую очередь мы рассказываем детям о правилах поведения возле дороги, что нельзя играть, как надо переходить правильно дорогу. Сейчас у нас в основном мы рассказываем им о светофоре, знакомим их с светофором, который именно для пешеходов. Традиционно в сентябре вырастает количество детей на дорогах, поэтому именно в этот месяц сотрудники ГИБДД проводят акции, посвященные безопасности самых маленьких и, увы, наиболее уязвимых участников дорожного движения. Еще раз обращаемся, водители, будьте внимательны на пешеходных переходах, будьте внимательны в местах, где расположены рядом образовательные учреждения, детские сады, больницы. Притормаживайте, и всегда глаза ребенка вам скажут спасибо, и добрый взгляд проводит вас с добрыми мыслями. Профилактические мероприятия «Внимание, дети!» завершатся 17 сентября. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.